Хей, гайс, с вами Шмики, мы продолжаем пройти игру по названию Узурпатор. Так, короче, мы получили новую способность, это ломать ледяные камешки. Кажется, если не ошибаюсь, мы убили босса нового. Теперь нам нужно идти сюда, потому что... Так, эту локацию тоже что-то не помню. А что это у нас за локация? Да не, он какой-то жесткий, слушайте. И мне, походу, не сюда надо. А ну-ка. Здесь нужно, короче, полет заюзать, перелететь. Но здесь, походу, мне нужен полет. Сюда рано еще. Сюда точно рано. Туда я тоже не хочу идти. А где у нас было заморожено? Там еще мужик стоял. Там еще стоял мужик. А, вспомнил. Там, где мы тело с вами получали. Вон куда мне нужно сбегать. Вот куда мне нужно сбегать. Здесь полет, ну только не знаю ради чего, ради ящиков. Так, обратно, обратно. Вот, вот это вот место. Так, туда я, понятно, не заберусь, потому что мне нужен полет. Ни одно хп. Да ладно. Да ладно. Не-не-не-не. Валим, валим, валим. Не-не-не-не. Ну нахер. Ну нахер. Я лучше отхилюсь. Все-таки мне в эту сторону нужно идти. Блин, или сходим в этот, в часовую. Хотите, давайте сходим еще в часовую попробуем. Ну, это которая снизу здесь. Мне главное, чтобы потом я забрался обратно. Да, мне кажется, заберусь, ладно. Да, мне сюда нужно. А туда, походу, рано, потому что там сильные враги еще. Туда мне нужно попозже. Так. А вот здесь у меня был новый этот питомец, это типа робота. Да не могу залезть. Я просто могу сожрать. А, давайте сожрем. И тогда вернемся в этот, в главную. На главный трон. Я тогда апнусь. Я тогда апнусь. Так, а что у нас там увеличит этот? Гард, да? Гард поинты. Не, давайте пока силу. А, подожди, а хп? Максимум, а, вот, кс поинты. Сколько ты мне апнешь? Давайте посмотрим. На пятерку.
Ну, блин, если смотреть, сколько враги меня выносят. Ну, ангу еще раз хп потом вкачаем. И будем вкачиваться чисто в этот. В урон. Так, ну эти мне уже больше ничего не наносят. А здесь, наверное, полет мне нужен. Не знаю, есть там что-то у трупов этих или нету. Это плюс деньги. Затем мы потом придем. Ну да, мне теперь хоть обморожение не дают. И то радует. И то радует. The Dog Stack Ready. А там. Карта. Подожди, а на карте мне показано, где я? Где вообще здесь главное? Центр. Где мы находимся вообще? Нихера не понять. Ладно. Нихера не понять, но главное, что там много этих. Опа. Но здесь 25 забирают. 40, 125. 40, 125. Го. Все равно, что мне терять? Правильно, ничего. Пускай будет лучше топоряка. Огромный топоряка. Так, а там у нас ничего больше не было? Нет. Мы там поднимались. Ну, вы поняли. Хорошо. Не, ну... Подожди, а он быстрее атакует, чем я? Так. CCCD. CDDD. 30%. 32%. Мне кажется, он там замах одинаково будет. Замах, по идее, одинаковый. Что это за комнаты такие? Странные. Там проход или падать? Там падать. Я падать еще не хочу. А, это типа мы на домах, я понял. Ой! Это что за роботы из портала? Так. Да, типа можно и ломать их, а можно не ломать. И откуда летит? Оно через все это летит. Карту. Это летит через всю карту, херня. Но мне нужно вниз туда. Потому что здесь темный меч. М?
Не знаю, куда я бегу вообще. Зачем я бегу? Я просто бегу. Ладно, забираем души. Главное, это не просрать дело. Вау. Нам показано хотя бы, куда будет бить. Так, пускай это отъедет. А, ваншотится, окей. Значит, идеально. Я мог влево пойти. Он вообще-то не должен был на меня триггериться. Он должен сейчас подъехать ко мне поближе. Вот вот так вот. Чтобы я достал, а у меня нет. А теперь мы лезем с вами на крышу. А вот теперь можно и на крышу. За что я зацепился? За лед? Ладненько. Эх ты ж, ё-моё. Ну чё за разочарование? Я тут думал, там можно упасть. Я думал, о, ништяк, сейчас за сундучком сбегаем. А, не так, не тут-то было. Не получишь ты сундучок, мне говорят. Ну, значит, тут тоже упасть нельзя. Могу ли я сделать вот так? Не могу, хорошо, значит, настолько влево. Спрыгнуть я нигде здесь не могу, так. Shovel Bless. Типа я туда что подбирали или нет? Shovel Bless. Из роботов тоже могу подобрать что-то? Нет. Что-то долго, какой-то город большой. Слишком большой. Так, ну давайте сюда, допустим, сбегаем. Ля, ля, все. Сейчас, нет, стоять. Левел ап. А, мне энергии не хватает. Ладненько. Ой. Не, возвращаемся. Вот она меня ваншотнула бы. Это хорошо, что я хп прокачал. Ну, красная она более быстрая. И больше хп. Говорится, если ты не знаешь, что это, лучше просто не подходить. Слишком много урона надо. Сейчас поднимемся наверх, если что-то жесткое, утекаю. Ой, а, все, текаем. Да, с горы он быстро это делает. Они меня могут ваншотнуть. Блин. Лучше хп вкачать. Лучше хп вкачать. Серьезно. Блин, я не знаю, либо хп, либо урон. О, вон, до 40 вкачаем. Сохраняем. Отлично, погнали тогда сюда.
Так, мимик. Ай-яй. В смысле? Не понял. А как мне наверх залезть? О. Ну нафиг. Что это было? А, ну походу я понял, короче, что это значит. Это значит, что им плевать. Да, ну я, в принципе, так и признал. Врагам все равно. Короче, врагам все равно. Сколько у меня хп, просто у меня одно хп будет всегда оставаться. Вне зависимости от уровня жизни. Да, лучше урон вкачать нужно было. Ой, ладно, пойдем, сдохну. Мне главное узнать, что там. Буду в то, что мне нужно. Да, бат-бат. Бат-бат, гепард. Упс. Упс. Так, главное, что не успевать стрелять. Так, отравленные дайгеры. Вот меня вот оно может раздавить, интересно. Мы сейчас вернемся наверх. Наверх я сохранюсь. Короче, я понял, хп, ребят, это не вариант вкачивать. Они у меня всегда будут отнимать полностью хп, все, которое у меня есть. Оставлять там ровным счетом только немножко. Да, буду знать все. Не вкачиваем больше хп, это просто растрата. Считайте, наших денег было. И с одной этой. Вниз, так, там стенка, да? Блин, мне вот немного интерьер вот сбивать с толку, где я могу пройти, а где я там именно стенка. А, королева Эланора. Тарагат. А вот Релайв и Релайв. Что ты тут делаешь? А это враг, с которым я сейчас буду сражаться. Мне войны ее не нравятся. О, обдат. Full details мне нужно. 15 тысяч мне нужно. Да ладно. Прикиньте, что я получил. А, классно. Круто. Да.
Я понял, против льда я тоже ни хера не могу. Ай, подождите, или это распрыскивает этот туман? Камни вот эти. Ладно, мне нужно 15 тысяч. Для полного изучения. Не, вот это вот прикольно, типа, двойной прыжочек. Не, она спасает меня только... Ой, чуть минус вода не была. Так, а где у нас... А ее зайца, подождите, двойной прыжок. В начале только. Блин, я отсюда не хочу бежать. Там опасно еще. А, больше двойного прыжка нигде не было, да? Блин, а... Ладно. А. Здесь хорошо, что мне хотя бы эти не наносят урон. Так, плюс 500. Плюс критык. А, так я могу пополнить себе с помощью этого. Ворота. Херово, да, идея вниз прыгать? Думаю, да. Думаю, это будет ужасная идея туда прыгать. Маяк, раз, стоять, вспомнил, куда я могу еще запрыгнуть на маяк. Изи, изи. Изи убит. А, все-таки он просто под этот меня становится. Или просто я такой везучий. Да, походу я был такой везучий. Ладненько. Значит, давайте сразу пойдем убьем верхнего, который... Котолос... Окулос Рифт. Так, души забрать. А, еще вспомнил, где можно. Души использовать. Там, где человек мозги сидят. Там еще было что-то у нас. А, ты кристальчик уничтожил. Так, ну у меня уже 10к. 10 тысяч, как ничего делать. Заработали. Плохая идея, да? Так, плюс 500 за кристалл. Ух ты ж, ё-моё, меч какой. А, так это еще плюс чья-то рука. Ладно.
Мы будем тогда так использовать все это дело. Так, сколько у меня уже? 17 тысяч плюс еще левел ап будет. Если я найду. Готово. Ладно. И что здесь? Я понимаю, что здесь очень темно. И здесь пусто. Ладненько. Возвращаемся. Если я сейчас туда схожу и там меня грохнут, будет обидно. Главное, чтоб не босс. Плес, только не босс, только не босс, только не босс, только не босс, только не босс. Рано. Да, я понял, что это была плохая идея. Надо было сразу, когда я понял, что это плохая идея, туда не идти. Хотя бы он только по три может глаза. И то радует. Не, я вернусь за душами. Блять, обидно. А. Не, мне нужно было душу вернуть. Мне нужно душу вернуть. Хочу я этого или я нет. Нужно вернуть. Сори. Сори, но душу возвращаем. Твори души возвращаем. Блин, так это серьезно было херово. Во-первых, это опасно. Блин. И главное по-тихому не забрать их. О! Изи, все.
Без... И все, я туда больше не пойду. Максимум с фонарем. Я понял, что без фонаря мне делать там нечего. Только с фонарем. Только фонарик. Без фонарика там дело не пойдет. А знаете тогда, какой у нас вариант открывается? Я ж там куда-то вниз, да, могу еще пойти. Вот, мы пойдем потом вниз. Следующая серия. Поэтому. Сейчас мы сохраняемся. Ух, давайте левелап сделаем. Давайте в силу. Немножко не хватает. Ладно, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.